Я с детства мечтал, я смотрел на костюм сборной Союза. Я хочу, чтобы у меня такой костюм был. Вот для меня это дороже всего было. Непобедимых то людей не бывает. Главное настрой и уверенность в себе, и что ты делаешь это правильно. Побеждать нужно прежде всего самого себя. Быть психологически уверенным и спокойно идти по пути к одной цели. Олимпийские игры, честно говоря, для меня это старт, который я помню, как в сказке. Владимир Михайлович Невзоров. В то время он главный тренер был. Когда я проиграл первый поединок, я, конечно, очень сильно расстроился. Он подходит ко мне в раздевалке. Уже я сижу, понимаю, что все закончено для меня, что я там, все уже, зря сюда приехал. Он подходит спустя несколько часов и говорит: поздравляю, Юра. Я на него поворачиваюсь: с чем? У тебя еще один есть шанс быть медалистом на Олимпийских играх. Иди. И все. И потом уже другое сразу все. Другие процессы какие-то включились. Чувство лидера рядом, человека, которого ты признаешь и уважаешь, оно влияет. Оно влияет очень сильно на каждого человека. Я даже смотрю на Эцио Гамбо, на его работу. Он сам был олимпиоником, он знает, что такое победа. Он знает, какие мотиваторы можно применить. Я видел настрой итальянца, который рядом стоял. Честно говоря, у меня такое ощущение было, что у него пара из ноздрей валит. Он такой стоит. Такое ощущение, что рядом соперника нет. Ладно, посмотрим. А я спокойно стоял. Встреча за бронзовую награду. Самая волнительная для российской сборной. Как я говорю, лучший настрой – это без настроя. Ты выходишь спокойно, делаешь то, что тебе нравится, от чего ты получаешь удовольствие, от чего получает даже публика удовольствие, потому что это яркий, зрелищный, красивый бросок, красивый технический момент. Ты медалист, ты на пьедестале, это круче в мире нет, только Олимпийские игры. То, о чем ты не представлял, что может такое быть, то, чего не может быть, да, но это случилось. Ну и открыто могу сказать и честно, что была четкая работа всей команды. Без команды, вы сами знаете, один в поле не воин. Да, понятно, ощущения и эмоции, наверное, это вещь хорошая, но все-таки, когда большая семья, когда большая дружная семья, это гораздо важнее. И которая воспринимает каждую победу, даже бронзовую победу на пьедестале, неважно, европейском, мировом или на олимпийском. Это одна из первых медалей была, одна из первых бронз, которая потом уже послужила тому, чтобы бронзы превратились в серебро, потом в золото. Я уверен, что именно так, потому что мы одна большая семья российских дзюдоистов.